В областной столице с улицы Трехсвятской уберут бюст великому оперному певцу Сергею Лемешеву и перенесут его на новое место. А куда – определят с помощью народного голосования. Памятник Сергею Лемешеву появился в Твери в декабре 2007 года в честь 105-летия со дня его рождения. Но установили бронзовый бюст около дома номер 25 по улице Трехсвятской, никак не связанным с судьбой великого тенора, да еще и возле бара. Тверичане считают это место не самым удачным для расположения памятника. Лучше, конечно, другое место, ну, где бы его было хотя бы видно, да, нормально. А так его не очень-то и заметно. Так ведь? Он все-таки у нас родился, пел в Большом театре. Так ведь? Ну, известная личность. Конечно, тут несколько в таком тихом месте, в тылу, как говорится, так. На видном месте, а где, может быть, скорее всего, наверное, на улице Советской. Но главное, что есть какая-то память, и эту память видят люди, и это уже хорошо. Судя по тому, что проходимость, может быть, достойна, но он просто незаметен вот в определенном здании, мое такое мнение. По мнению главы региона Игоря Рудени, перенос бюста очень важен с точки зрения сохранения культурного наследия и просвещения населения. Принято решение обратиться к общественности с таким голосованием, чтобы общественность выбрала новое место для установки этого памятника нашему достойному, так сказать, деятелю искусства и культуры, который родился у нас на территории Тверской области, поэтому я думаю, что это тоже будет дополнение уже вообще к теме культурного воспитания и вообще сохранения культуры нашей территории. Планируется, что на новом месте памятник нашему земляку будет установлен годовщине со дня его рождения, то есть не позднее 10 июля 2020 года.